Для вахмистра Виктора Ильина этот день очень важный и волнительный, потому что в жизни славянского казачьего общества настал очередной переломный момент – выбора нового атамана. Выбираем атамана. Вот. Ну, это у казака как батька родной. Сбор казаков начался с выноса знамени славянского городского казачьего общества, исполнения гимнов и, конечно, молитвы. В этот важный для славянского казачества день сюда прибыли заместитель атамана Кубанского казачьего войска Сергей Калашников, а также атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый. На должность нового атамана претендовали два кандидата – Исаул Валерий Кокурин и подИсаул Александр Симко. Сбор проходил в истинно казачьих традициях, абсолютно гласно, поэтому любой казак мог высказать свою точку зрения. После активного обсуждения большинством голосов атаманом славянского казачьего общества был выбран Александр Симко. Славянское районное казачье общество насчитывает 1300 казаков. У каждого человека своя судьба и свои проблемы. Я считаю, что сейчас наступил момент, когда те достижения, которые мы имеем в районе, их нужно закрепить и достичь новых. У меня есть программа, она состоит из нескольких пунктов. Один из главных пунктов – это мы должны дойти до каждого хуторского общества, которое сейчас у нас, можно сказать, нищее, и которое должны иметь право на существование. Глава района Анатолий Разумеев, поздравив нового атамана, отметил, что теперь деятельность славянского казачьего общества должна перейти на качественно новый уровень. Я сегодня вижу реальную силу, помощь и поддержку в лице казаков нашего городского казачьего общества. Готов сегодня приступить вместе с атаманами, вместе с новым избранным атаманом к рассмотрению, в дальнейшем утверждению программы по финансовой поддержке нашего городского казачьего общества. В полном соответствии с традициями и казачьим укладом прошло приведение к присяге. Ну а чтоб батька знал, что такое плеть? И чтоб лишнего не наставлял, атаману положено от всей души со всего плеча. Извиняй, Александр, сын Григория. После благословения настоятеля Свято-Успенского храма отца Никиты, новый атаман поклялся помнить и соблюдать казачью заповедь. Алена Теплова, Дмитрий Пухальский, программа «События». Быть неизменно преданным российскому государству.